Никто не забыт, ничто не забыто. Под таким лозунгом в гимназии номер один состоялись 10-е жуковские чтения. Патриотическое мероприятие проходит в учебном заведении с 2008 года. В рамках проекта ученики средних классов представляют свои научные работы о славных страницах истории Великой Отечественной войны. Торжественное открытие 10-х жуковских чтений началось со слов благодарности в адрес тех, кто на протяжении 10 лет поддерживает инициативу сотрудников первой гимназии. В 2008 году проведение этого мероприятия благословила дочь маршала Жукова. С тех пор оно стало традиционным. Ежегодно в стенах учебного заведения встречаются школьники со всего городского округа, чтобы поделиться новыми открытиями и знаниями об истории Великой Отечественной войны. Жуковские чтения проводятся в формате круглых столов. Это поисковая деятельность, поисково-исследовательская деятельность учащихся района, где дети на протяжении определенного времени работают над проектом, который впоследствии они защищают. А по итогам завершения круглых столов у нас уже идет процесс награждения. На этот раз в жуковских чтениях приняли участие дети из 11 общеобразовательных учреждений. В аудиториях гимназии организовали 3 круглых стола. Школьники презентовали свои проекты, над которыми они работали совместно с учителями. Работы участников оценивало экспертное жюри. В него вошли преподаватели истории и обществознания из различных школ и гимназий городского округа Люберцы. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.